Они говорят, все тексты Корана мы можем поделить на катаия и занния. Тех, что дают нам несомненную убежденность, то есть то, что юфидуль якин, и то, что юфидуль зан. То есть то, в чем погрешность допустима, говорят они. Говорят, тексты катаия это Коран, само собой, и хадисы мутаватер. Мы относим к катаия, говорят. В это мы верим, в акиду принимаем и так далее. Говорю, хорошо, а тексты ахад? Они говорят, нет, это занния. Там мы допускаем, что может быть ошибка. Не можем мы впустить это в нашу акиду, говорят. Говорю, хорошо, а для чего они вообще? Не, ну мы делаем дела в соответствии с этим. Они говорят, амаль можем. В хукмах, в ахкамах можем применять хадисы ахад. Говорю, хорошо. То есть, как хукмы применить можешь, как дело. Но в сердце не допустишь веры в это, не будет у тебя полноценной. Да. Говорим, хорошо, в хадисе, допустим, сказано. В хадисе, который передается как ахад. Дошел до нас как ахад. Термин вы уже усвоили, что это значит. О том, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, перед тем, как дать салям в намазе, прибегал ко Всевышнему Аллаху и искал защиты от четырех вещей. Говорил, Аллахумма инни аузубика мин азаби. Мин азаби джаханнам, ва мин азаби л-кабр, ва мин фитнати л-махья ва л-мамат, ва мин шарри фитнати л-масихи и даджан. Мин азаби джаханнам, ва мин азаби л-кабр. То есть сказать, о Аллах, я прибегаю к тебе от мучений, ищу у тебя защиты от мучений могилы, сказать это сунна и это говорить нужно. Так ведь? Так как дела делать в соответствии с хадисом, ахат нужно, это сказать нужно. А верить в это нельзя. Получается, ты говоришь то, во что ты не веришь. Потому что в акиду поверить в это ты не имеешь права. Этот хадис пришел по цепочке передач в ахад. А делать дела ты должен, потому что в делах ты можешь это сделать, как говорят об этом они. То есть ты должен говорить то, во что ты не веришь. Это что за религия и лицемерие такая, субханала? А причина чему? Поставили свой разум выше. Изначально мы говорим, почему вы решили отрицать хадисы ахад? Потому что большинство из них не соответствует их разуму. Они говорят, как так? Человека в могилу положили, как он может там мучиться? Как могила может сжаться? Земля сжаться до такой степени, что ребра зайдут в ребра у человека. И сколько раз то есть было так, что откапывали умершего, и ничего этого мы не замечали. Он не был ни обгоревшим, и ребра его были, и так далее, и тому подобное. Говорят, нет, все нормально, этого быть не может. Как мы тогда... То есть, как мы можем поставить хадис выше действительности, которую мы видим, которую мы видели? И тем более наш разум, это, мы этого не понимаем, как мы сказали, уму непостижимо. И так далее, говорят они. Почему изначально они живут по правилу, что у них разум выше текстов Корана и Сунны? И поэтому, чтобы как-то это оправдать, им приходится прибегать к чему-то. Мы говорим, ну вот же хадис достоверный. Что делать? Они говорят, да, достоверный, но... Ну не мутаватер же. Вот выход, не мутаватер, ахад. А ахад... Что, вообще дел не делать, что ли, с ахад теперь? Ахад возьмем и отвергнем всю пол... Там 99% религии, раз они... Не-не, так нельзя отвергнуть. Давайте в делах возьмем, а верить не будем. И вот примерно вот так это работает. То есть, если хотите знать, пример... У философов всегда все сложно. У философа всегда все примерно вот так.